Мисс школа. За это звание боролись самые красивые, самые талантливые, самые умные ученицы 10-й школы. Первый блин не комом. Конкурс красоты в стенах учреждения был организован впервые и теперь претендует на звание традиционного. Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж среди школьников. Почти все классы откликнулись на идею проведения и выдвинули своего кандидата. Конкурсная программа включила в себя несколько этапов. Для начала школьницы раскрыли тему красоты в своих сочинениях. Жюри оценивало эссе по количеству слов и композиционной составляющей. Далее сам конкурс. Весьма интересными оказались визитная карточка, танцевальный номер и дефиле в одежде из вторсырья. Был тур «Актриса», где они получали за 40 минут до начала конкурса текст, и потом они должны были это обыграть, сыграть и рассказать. Прочитать с листа, что называется, это был сказ про Федота Стрельца. Очень замечательно, очень весело поразила Саша Тишанская. Огромнейший талантище актерский. Причем ей уже поступило предложение от Центра досуга и кино приходить к ним ведущей работать. Зрители смогли вдоволь налюбоваться красотой, грацией и обаянием конкурсанток, а также убедиться в их кулинарных и творческих способностях. Например, финалистка Дарья Мороз подкупила членов жюри вкусной выпечкой. Они по достоинству оценили и ее фотоработы. Как говорит сама Даша, благодаря творчеству жизнь становится намного ярче. Ну, раскрыть всю себя, этим все сказано. Какая ты и что ты, чем ты вообще увлекаешься. Это и есть как бы, ну... Ну ты вот, на твой взгляд, мисс школы, какая она? Она интересная, умная, красивая, элегантная. Другая финалистка Кристина Карапиди не представляет свою жизнь без танцев. Ее козырной картой стало умение хорошо двигаться. Кстати, на завершающем этапе этнодискотеки девушка вместе с участницами группы поддержки провела мастер-класс. Ну, мисс школы, во-первых, должна быть... очень такой талантливой девушкой, которая участвует в жизни школы, которая помогает учителям, хорошо учится, которая что-то хочет достичь в своей жизни. Вот такой должна быть мисс школа. Помимо практических курсов, участницы прошли интернет-голосование. На сайте школы были выставлены фотографии претендентов. Каждый желающий смог оставить свой голос за ту или иную конкурсантку. В завершение праздника участники устроили этнодискотеку. Зрители смогли обучиться элементам индийского танца. Поиграли в необычный ручеек. И увидели оригинальную театрализованную постановку. Именно этот этап конкурса и определил победителя. Несомненно, эпизод из жизни индейского племени оказался лучшим. Таким образом, звание мисс школа жюри присудило Александре Тишанской. Я сначала боялась, что ко мне будут относиться предвзято, но все очень тепло меня восприняли, я очень рада и благодарна им за это. Я все делала в последний момент, это просто было ужасно, мы нервничали, все переживали с группы поддержки. В общем, я все время буду теперь все делать заранее. Немалую роль в мероприятии играло наличие группы поддержки. Несмотря на всю демократичность конкурса, девушкам была необходима моральная помощь. А благодаря непосредственному участию одноклассников в конкурсной программе финалисткам удалось заработать дополнительные баллы. Первую мисс школы впишут в историю учреждения. Кроме этого, в школьной газете будет опубликован ее портретный снимок.